Что за... Ребята, короче... Тихо, я нашел помещение вампира. И, ребят, я в его доме. И он... Так, давайте мы, короче, закрывать и спрячемся. Не знаю, ребята. Так, а вы видели его? Видели его, ребят. Тихо, тихо, тихо. У меня есть... Что за... У меня есть волшебная палочка. Что? Что тебе надо, Подписаться на канал! Так. О-о-о, приближается. Давайте подписываемся быстрее. Палочка работает. Поставите лайк. Так, он вообще почти застыл, ребята. Так, и написать комментарий. Хэштег вампир стоп. Нифига себе, сработало, ребята. Эта линейка сработала. Отлично. Так, смотрите, он лежит тут. Ладно, все, я погнал, короче, а вы делайте. Подписка, лайк, написать комментарий, хэштег вампир, стоп. Все, он лежит, ребята, лежит. Офигеть, увидели, все, я погнал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я притворился вампиром, одел себе скин вампира. Уходи, дверь закрой! Уходи, дверь закрыть? А тут двери нет. Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Игрок Адор. Сегодня я играю на сервере Вайнмайн. Ребят, смотрите, какой тут онлайн. Офигеть, короче, IP-порт будет снизу в описании. Смотрите, мы сейчас на лобби. Вы зайдете на сервер и пройдете вот сюда. Тут есть 4-5 портала. Какой там? Там 6 портала есть. Ничего себе, так. Ну, я буду играть, знаете, на каком портале? Буду играть на Эпсилоне. То есть, тут 75 онлайна. Заходите на Вайнмайн. IP-порт в описании. Я тут буду играть, давайте. Сегодня у нас один грифер. Сегодня я его буду троллить за скином вампира. Это будет очень прикольно. Вы можете заходить, играть, искать себе друзей и так далее. Ну, ладно, давайте мы перейдем к сути. Тут один играет нубик. Кстати, у меня есть домик. Давайте мы телепортируемся к моему домику. Так, вот такой вот домик, смотрите. Классный, да? Угу. Мне тоже нравится. Так, не понял. Кто это? Чё за фигня? Не понял, ты кто? Ты чё? Ну, без страха, что? Это же он! Что он тут делает? Эй! Гоп, стоп! Ребята, это какой-то зэк или что? Не пойму вообще. Я, короче, вышел из тюряги. Приюти-ка меня. Так что? Да это какой-то преступник, нифига себе. На самом деле, можно проверить его, да? Потому что на него были жалобы. Ты адекватный или нет? Да-да, я всего лишь 16 лет отсидел. Отсидел 16 лет? О, ничего себе. Что он хочет от моего домика? Смотрите, ну он реально большой. Короче, ребята, если он меня загриферит, я его буду пугать со скином вампира. У меня мой! Забрали мусора! Твой домик забрали мусора? Ха. Ну будем корешами! Я покончил с этой жизнью почти! Ребят, увидели у него фингал под глазом? Он был в тюряге, короче, сидел там, да? Так, куда он пошел? Давайте мы за ним пойдем. Ну а кто там? Так, ой, нуб, ты чё, блин? Передай мне владение дома! Владение дома тебе передать? Хитрый нубасик, да? Семки есть? Семки? Да ты чё, блин, на тебе семки, вот они семки, на! Вот, классные семки, да? В общем, СПС, да, дом ты мне больше не нужен. Я грифак. В смысле? Тихо. Так, у меня жизнь, видите, как отнимается? Очень долго. Ты чё, дебил, Офигеть, ребята. Да не-не-не, я специально умер. Да ладно, пусть он меня убивает. Сейчас мы придем со скином вампира. Я притворился вампиром, одел себе скин вампира. Уходи, дверь закрой! Уходи, дверь закрыть? А тут двери нет. Ненавижу нечисть! Я высосу твою всю кровь, нубик. Фу, уходи, я тебя боюсь! И да, СПС за дом, лох, он теперь мой! Этот дом твой, да? А, ребята, он забрал мой домик, пентхаус. Ну, такое не пойдет. Вампиры вообще летают, знаешь? Поэтому я могу летать. Не-не-не, этот домик мой. Я у тебя его забрал!
Верни вещи мне, ну, бесстрашный, или тебе ты пойдешь в бан. Вали, а не то я ща! Что ты мне сделаешь? Куплю титана, и тебе капец! Титана? Хм, что за интересное привилегия, ребята? Так, давайте мы зайдем на сайт. Так, сайт Лайнмайн, хорошо. Так, давайте поищем Титана. Так, Властелин, Бог, Легенда. Титан, 9000 рублей? Нифига себе. Это самая топовая привилегия. Может, куплю. О, Гося! Ну, она реально самая дорогая привилегия, ничего себе. Блин, ребята, он хочет Титана купить на этом сервере Лайнмайн. Офигеть! Да он что, богатый какой-то, что ли? Он притворяется просто преступником, который вышел из тюрьмы, но у него много денег? Не приближайся! Ко мне, нечисть! А ты знаешь то, что Титан на этом сервере стоит 9000 рублей почти? И если кто-то ее купит, то они будут самыми жесткими тут на сервере. Я богатый, я тебя ограбил, ха-ха! Привет, ну, бесстрашный, а я Властелин. Ну что, не ожидал такого увидеть? Что? Кореш, мы же друзья, да, яка? Тебе аккаунт дать какой-то, да? Мы друзья теперь. Нет, мы не друзья. Ты же мне братишка! Я не специально! Дай аккаунт! Такой смешной нубик бесстрашный. Ой, блин. Пытался ограбить мой самый лучший домик на сервере Лайнмайн. Еще пытается меня сейчас обмануть. Гоадмен, дом на аккаунт! Дом на аккаунт? Это мой домик, ты что? Ребята, напишите комментарии, кого это домик, мой или его? Это же мой дом, блин, он вообще офигел. Ты не хочешь мои вещи возвращать, да? Нет! Не хочешь? Ах, ты преступник дебильный. Ладно, тогда будем разговаривать по-другому. Ты тогда дом не вернешь. Ладно, ну, без страха. Давай я тебе дам испытание. Станцуй мне какой-нибудь танец. Любой. Я ничего не буду тебе танцевать. Я на зоне уже танцевал. Так ко мне подошел мужик, до сих пор жопа болит. Нет, не буду я танцевать. А, тебе подошел какой-то мужик. Ну вы понимаете, да, о чем он говорит? Наверное, вы понимаете, да, скорее всего. За что сидел, нубик? Ах ты, нуб, эх. За греферство, воровство, педофилизм, расизм, сексизм. Много чего было. Ну тогда я тебя забаню за греферство. Пошел ты нафиг, козел! Куплю, и тебе капец. А, он купит разбан. Короче, ребята, заходим все вместе на Лайнмайн. И ищем этого нуб без страха. Ребята, он думает, что он бесстрашный? Ну нет, он забоялся вампира. Ну все, короче, я тебя баню. 2 часа? В смысле? Ну ладно, окей, короче, быстро заходим на сервер. Пока что он не зашел, ребят, не купил привилегию Титан, да? Заходите, наказывайте его. Давайте, ребят, заходите на Лайнмайн. Через 2 часа он уже тут будет. Поэтому вам нужно быть на этом сервере и зайти на тот портал. И он тут будет играть, блин. Все. IP-порт будет в описании, заходите на Лайнмайн. С вами был я, Игорь Кодор. Если вам понравилось, поставьте лайк. Вот такой вампир у меня страшный. Из-за вампира тоже лайк, подписка и нажмите на колокольчик. Все, IP и порт снизу. Всем пока. Блин, на 2 часа забанили, нужно купить разбан. Ой, зайду на сервер, буду гриферить. Меня никто не тронет.